Всем привет! Мы на канале Акваджони. И в этом выпуске мы сделаем наноаквариум. Вот в эту полочку. Сделаем и оформим. Сделаем освещение. Сейчас посмотрим. Итак, вот и плоды нашей работы. Как вам? Для начала снимаем размеры, глубину, ширину и высоту. Размеры сняты. Глубина, ширина и высота. Глубина, ширина и две высоты. Первая высота передней части, чтобы стекло было заподлицо. А вторая высота всей остальной конструкции. Видим здесь крепежи, и стекло, соответственно, должно быть ниже, чтобы не упиралось в крепежную часть. Итак, провели небольшие расчеты и получили детали, которые нам необходимы, их размеры. Переднее стекло, заднее. Две боковушки и дно. Стекло у нас будет шестерка. И шов силикона будет составлять 1,5 мм. Отсюда мы получаем боковушку размер 30,5. Это мы глубину вычитаем 1,2 сантиметра на два стекла шестерки. И плюс шов. Две полторушки, это 1,5 сантиметра. 32 минус 1,5, получаем 35. Дно то же самое. Также глубину 32,5 минус 1,5. 1,2 это стекло и 3 миллиметра это у нас на шов пойдет силиконовый. И 25 мы получаем ширину. 26,5 минус 2 стекла по 6 миллиметров и минус 2 шва по 1,5 миллиметра. 26,5 минус 1,5 25. Так, начинаем от слов к делу. Итак, для резки стекла это следующий этап. Необходимо стол, на стол положить плотную ткань, само стекло, стекло у нас шестерка, стеклорез, керосин или масло для резки стекла, маркер, линейка, рулетка. Ну, вроде бы все. Здесь у меня губка с промоченной керосином. Отмеряем наш размер 35. Делаем метку сверху и снизу. Подставляем к этим меткам нашу линеечку. Учитываем то, что ролик у нас находится не вплотную. Делаем отступ, выставляем. По отметкам именно ролик, который будет ездить по стеклу. Берем губку с керосином, промачиваем, ролик сам промачиваем. Берем как ручку и проводим. Надавливаем с такой силой, чтобы был характерный звук потрескивания. Дальше берем саморез, чтобы вам лучше было видно. Подлаживаем под место реза и надавливаем по сторонам. Оп! И как видим, стекло аккуратненько
разрезана. Итак, стекла все нарезаны. Теперь следующий этап — это шлифовка кромки, чтобы не порезаться в дальнейшем. Также, так как стекло бушное, надо будет его протереть. Берем наждачку сотку. Можно использовать перчатки, желательно, чтобы не порезаться. И погнали. Стекла нарезаны, отполированы и помыты. Если нет возможности нарезать стекло, заказывайте в стеклорезке. Следующий этап – поклейка самого аквариума. Следующий этап – этап склейки самого аквариума, всех наших деталей. Обезжириваем ацетоном все части аквариума, где будет примыкание. Итак, для поклейки нам понадобится силикон для аквариума. Будем использовать Chemlux 9013. Влажные салфетки, пистолет и средство для мытья окон, чтобы хорошо формировать швы. Также будем использовать резиновый шпателечек. Итак, подготавливаем силикон. Срезаем. Надеваем носик и срезаем, какой толщины колбаску мы будем выдавливать. Вот так вот. Заряжаем в пистолет. И начинаем процесс. Итак, первый силикон мы выдавливаем и выбрасываем. И затем на переднюю и заднюю стенку мы наносим таким образом. На боковые наносим только с одной стороны. Этот способ поклейки годится только для маленьких аквариумов, небольших размеров. Большие размеры уже стыкуются с трубцинами, и силикон уже заполняется внутрь швов. Дальше продавливаем все стороны, чтобы силикон
хорошо прижался. Затем идет формирование шва с помощью шпателечка. Можно с помощью пальца, но с помощью шпателя будет лучше. Этот процесс нужно делать в течение 10-15 минут. Потом силикон начнет схватываться и будет проблематично. Итак, прошлись на сухую, дальше берем моющее средство для окон и обильно поливаем. Поливаем после первого прохождения, не сразу, так как если мы пройдем первый раз моющим, то местами силикон не схватится со стеклом. Ну и все, ждем теперь высыхания. Прошлись по наружным углам со всех сторон. По внутренним, и что-либо уже поправлять не стоит, потому что уже силикон начал схватываться, и он будет просто идти катышками, не будет гладкий. Сделаем еще хуже, но будет выглядеть вот передняя часть. Здесь верх будет у нас черный, чтобы свет не светил нам в лицо. Все, теперь ждем. Также немаловажно смотреть, когда мы клеим, чтобы не было между силиконом и стеклом пузырей. И чтобы снизу силикон выходил по всей длине его. Если можно посмотреть. Он везде выходит, то есть по всей длине силикон выходит, значит он проклеился. И также смотрим по шву. Весь шов идет без вздутия, без пузырей. Итак, прошло 2 дня, аквариум просох, будем чистить. Бруски прилипли. Легко снимаются. Если посмотреть, везде, как уже говорилось, должен выйти силикон. Мы его подрезаем с помощью лезвия. Так, аквариум налили, как видим, остатки силиконов, крошка какая-то всплыла, заодно и промоем. Протираем вокруг аквариума, чтобы было сухенько. И ждем пару часиков, наблюдаем, чтобы было все хорошо.
Сверху заклеим черной пленкой самоклеющейся, чтобы когда мы будем делать освещение сверху, свет нам не бил в глаза и смотрелось более эффектно. Для этого с пленки вырезаем кусок под крышку. Смачиваем это дело, учищаем стекло, чтобы не было пыли. Наносим мыльный раствор и снимаем защитную бумажную часть. Дальше производим поклейку. Прошло пару часов, корабль течи не дал. Начинаем сливать воду. Слили воду с аквариума, перевернули задней стенкой и будем клеить вот такого цвета фон задний. Отмеряем. Здесь есть клетка, по ней удобно резать. И с помощью ножниц отрезаем нужный нам размер. Итак, смотрим, что у нас получилось. Довольно-таки неплохо. Дальше устанавливаем аквариум, смотрим, как он будет смотреться на своем законном месте. Так, и конечно же не хватает подсветки. Подсветку будем делать на верхней полке, вот здесь, с помощью короб каналов. Также я сюда вырезал покрывное стекло, чтобы влага меньше попадала наверх. Оставил зазор сверху для кормления рыбок. Итак, делаем освещение. Итак, берем канал для светодиодной ленты и отмечаем, сколько необходимо нам отрезать. Отрезаем по размеру. Thank you.
отрезали. Затем здесь сделаем отверстие, чтобы закрепить саморезами деревяшки. Для этого берем шуруповерт или дрель и просверливаем два отверстия. Можно также просто приклеить ее, но мы будем крепить на саморез. Итак, устанавливаем отрезанные каналы для светодиодной ленты и намечаем, где у нас будут они крепиться. Берем саморезик. И закручиваем. Саморез должен быть такой длины, чтобы не проходило через деревяшку, чтобы с лицевой стороны он не показался. Можно просто приклеить на жидкие гвозди или на силикон. Итак, пока место мы прикручиваем, ставим наш паяльник греться. Для того, чтобы потом припаять нашу ленту. Итак, прикрутили наши рейки. Теперь отмеряем ленту. Ленту берем 12-вольтовую. И здесь на ленте есть ножницы. В этих местах можно спокойно резать. Более подробное видео по поводу освещения в аквариуме есть на канале. Можете перейти по ссылке. Итак, отрезали два кусочка. Прошло пару дней, вода отстоялась, пузыри со стекол практически ушли. Но подсветка
Мне не нравится она тусклая. Буду добавлять еще две полосы ленты. Посмотрел, конденсата нету. Можно, в принципе, добавить без короб-канала напрямую поклеить. Конденсат у нас на покрывном стекле. В принципе, покрывное стекло справляется со своей задачей. Для этого я подготовил паяльник. Отключаем свет. Следующий этап — поиск коряги, наш кубик, наш нано-аквариум. Для резервуаров с рыбками подойдут яблоневая, виноградная, ивовая, дубовая, тополиная и многие другие деревья. Не рекомендуется использовать хвойные виды. Идем на поиски нашей коряги. Мы ищем коряги в опасной зоне. Помыли нашу коряжку. Еще протерли, когда мыли, такой губочкой. Теперь ставим на конфорку. Будем ее варить. Я все-таки решил ее укоротить, чтобы она полностью поместилась в кастрюлю. Отрезал кусок. Теперь наша коряга полностью в воде. Для кипячения можно использовать соль. Килограмм на 10 литров. Варится 2,5-3,5 часа. Потом вода сливается и варится уже такое же время без соли в воде. Так она с помощью соли дезинфицируется, плюс набирает больше массу. Я положил всего пару ложек соли на 4 литра воды. Я думаю, для дезинфекции точно хватит. Прошло 3 часа, сливаем соленую воду, набираем обычную и снова ставим вариться на 3 часа. Прополоснули корягу, налили новенькую водичку, уже без соли. И ставим снова на 3 часика. Приготовили кашу, чтобы покушать самим. И сварили нашего буратино. Буратино уже идет ко дну. Вот так он у нас и промоется. Можно, конечно, не заморачивать, налить ведро и периодически менять водичку. Если наша коряга все еще всплывает, ее необходимо поместить в воду и прижать камушком или чем-то тяжелым, чтобы коряга наша находилась под водой. Наша коряга не всплывает, все, она набрала водички. Мы, как дополнительно перестраховаться,
Еще раз ее замочим, чтобы не окрашивалась вода уже в аквариуме. Коряшка побыла у нас еще пару дней в ведерке. Теперь она тяжеленная, промытая. Промываем корягу. Промываем грунт с нашего аквариума. И, в принципе, можно потихоньку заполнять наш кубик. Первым делом отключаем все электрические приборы, находящиеся в воде, по технике безопасности. Затем сливаем водичку, так как грунт вытеснит воду. Сливать водичку будем с помощью шланги. Можно заодно просифонить, возможно, какой-то осадок имеется. Хотя мы вроде бы и промывали. Но все равно какая-то чепуха плавает. Как говорится, фильтрация, рация никогда лишним в аквариуме не бывает. Лучше больше, чем меньше. Так что ж, чистота это тоже лучше больше, чем меньше. Так что ж, если люди спрашивают, а немного ли будет фильтрация, немного ли будет кислорода в воде, немного, поверьте. Так, слили. Корягу немного покрутил и решил установить именно так. Дальше будем заниматься растительностью. Долили водичку со старого аквариума, чтобы наша баночка быстрее запустилась. Оставляем растения без рыбок. Ждем, пока место запустится свой биоритм. Итак, запуск сделали. Накрыли крышечку. Ждем запуска нашей баночки, чтобы вода стала прозрачной. И рыбки могли спокойно поселиться. Прошло 2 дня, будем заселять наш аквариум рыбасиками, неончиками голубыми. Навели порядок с проводами. И вот что у нас получается. Открываем крышечки.
сливаем воду через сачок в ведро. И все, заселение произошло. Также сюда помещаем анциструса, присосочку нашу, чтобы подчищало дно. Решил еще одного альбиноса анцика. Как он прицепился. Итак, вот и плоды нашей работы. Как вам? Подпишись, лайк поставь на канал Аква Джонни.